Всем привет, добрый вечер. Это Антон Овечкин и Шибко Интертеймент. И сегодня, 3 марта, здесь у нас в Калгари концерт группы «Машина времени». Мы делаем для вас небольшой сюжет, небольшой репортаж с этого концерта. Никто не думал, не гадал, что когда-нибудь «Машина времени» к нам приедет. А вот, пожалуйста, приехали. Сейчас откроются двери, зрители начнут заходить в зал, и начнется концерт. Вопрос Игорю. Зачем Игорь пришел на концерт группы «Машина времени»? Ну, по-моему, об этом концерте мечтает каждый посетить его. Я посещаю второй раз в жизни. Первый раз было 40 лет назад. Ура! У меня вопрос к Эмину и к Рузане. Вы зачем пришли на концерт группы «Машина времени»? Мы пришли, потому что это действительно большое явление в Калгари, вообще, по-моему, по всей Канаде. Большое спасибо, что вы организовали это. То есть побольше бы таких концертов, такого уровня, таких групп. Мы верим, что мы пришли на действительно явление. Поэтому спасибо за все. Ура! У меня, Кайни, один простой вопрос. Зачем ты пришла на концерт группы «Машина времени»? Ну, это воспоминание о детстве. Мы с отцом всегда слушали в детстве. То есть он поставит радио. И одна из групп, которая играла, это как раз-таки «Машина времени». То есть это возвращение в прошлое для меня, в детство. Ты когда-нибудь была до этого на концерте «Машина времени» или это нет, первый представляешь, раз? Нет. Даже в Алма-Ате не было. Даже в Алма-Ате не было? Нет. То есть это первый раз? Это первый раз. Ура! Да. Конечно, спасибо. Спасибо. Маски давно прорастают щетиной, я свою 8 дней не снимал. Ровно в 9 отбой, ровно в 6 построения, хоть никто уже год, к моему изумлению, здесь не кашлял и не умирал. Тесно в комнате, тесно в городе, мир — большая тюрьма. Кутерьма. Лето в холоде, танцы в холоде, кто на проводе? На проводе тьма. Тишина. И не склеить осколки, травить мрак. Видишь, как плодятся волки. Приближается время доисторических песен, но я должен вас предупредить. Они хорошо прозвучат, только если вы их будете петь вместе с нами. А вы будете петь вместе с нами? Спасти, но теперь почти невозможно. Вот встречаем тебя на пути. И вот
Никита, вот смотри, ладно, это для меня песни моего детства, но ты тогда даже еще не родился. Почему «Машина времени»? Ну, почему так нравится, почему ты пришел? Ну, наверное, за родителей все-таки, потому что они детям включают музыку, и какие-то воспоминания, я думаю, вырос там на «Машине времени», ДДТ и Константин Никольский, то есть такие исполнители все равно мне всегда не нравились, и до сих пор слушаю в свободное время, так что было очень круто и очень много эмоций после этого концерта. Но концерт-то хоть удался или так себе? Классно, очень классно, музыка сумасшедшая, видно на самом деле. 54 года Андрей сказал, что уже группа существует, и насколько они выкладываются, насколько они сами кайф получают, когда выступают, это очень проникает внутрь. Примерно, наверное, такой же кайф они получают от игры этих песен, как ты получаешь от игры в хоккей. Ну, я думаю, да, все-таки как бы мы получаем удовольствие от того, то, что мы делаем, и это очень круто. Спасибо. Спасибо вам. Ярослав снимает меня на видео. Ярослав попросил меня сказать мои эмоции после концерта, потому что выгляжу, видимо, очень выжатым. Я таким такой лимончатого типа. Не, на самом деле я поговорил со зрителями, которые только что выходили с публики, которые выходили с концерта, и сказали все: «О, это было так круто!» Никто не ожидал. Была наша одна моя знакомая, она сказала: «Ну, я сюда пришла просто так, ну просто пришла, потому что Иванушки ж не приехали». Но, сказала она, это было так круто, мы, конечно, не ожидали. Это настолько хороший звук, свет и публика. Публика, в общем, была на высоте, билась в истерике. Всем понравилось, и это самое главное, потому что только ради нашей публики мы и делаем эти концерты. Приходите на наши следующие концерты здесь, в Калгари, и не только в Калгари, в Ванкувере, Монреале и в Торонто. Всем спасибо, ура!